приходиш, ти усни в кольорові мої сни, як цвіт весни. Спасибо большое. Я хочу исполнить эту песню и эта мысль мне только что она меня посетила, но я знаю, что когда за нас молятся наши мамы, нам становится лучше, когда дети молятся за родителей, то становится родителям хорошо, и я думаю, что эта песня, сейчас я исполню ее в такой интерпретации. Я хочу посвятить нашим мамам и прежде всего ее исполнить в честь моей мамы, песня «Маме на глаза». Мой сын, мой цветочек, мой бутон, самый счастливый сон, мой сын, усни, родной, и на маминых руках даже самый страшный сон пройдет. Сказать, что замечательная связь. Дай Бог вам счастья, процветания в великой стране и дорогой мне стране, земле, потому что родилась моя мама. Спасибо вам большое за все. Перед тем, как мы попадем в Париж, мы услышим сейчас замечательную композицию в исполнении наших замечательных музыкантов, которых я с большой радостью хочу представить вам. Фортепиано Пата Андриадзе.